Еще раз здравствуйте. Ночное видео. Сейчас полвторого ночи. И у нас произошла с соседями такая вот ситуация неприятная. И эта ситуация очень классическая, очень говорящая в Израиле. Я сейчас объясню, почему и что случилось. Значит, соседи снизу установили прожекторы разноцветные. Вот там вот в общественном садике они этот садик как бы огородили, чтобы это было ихнее. Вот. И всю ночь у меня в комнате... Вот если видно, вместо темноты, вот у меня такой вот потолок разноцветный, стены светятся, и уснуть довольно сложно. Вот, это продолжалось какое-то время, и я ходила на дорожке на беговой, это им мешало, и мы договорились, что я перестаю ходить на беговой дорожке в 11:30, в 11. Ну, а он выключает, соответственно, свои вот эти вот прожекторы. Такое продолжалось около недели. А потом прожектор он не выключил. Я стучался к нему в дверь, просил, он меня просто послал, сказал, что как бы, ну, в общем, послал в грубой форме, скажем так. Вот, сейчас я покажу это поближе и расскажу, что я сделал и что из этого произошло дальше. Вот, значит, вот такие вот прожекторы у нас снизу, они светятся всю ночь теперь у нас. И что я сделал? Я включил вот такой вот маленький динамик, маленький MP3 китайский Bluetooth, и записал на него звук. Вот такой вот. Сейчас я его включу. Вот. Собственно говоря. Music play mode. Вот. Техабу это урод миятки, а тема фрим лишен ли дарим. Ватем гамкен дарим, ватем эхуявим, лихабед это интересим шель дарим ахерим. Вот. Собственно, что это значит? Это значит... Выключите немедленно свет. Вот, в общем-то, я зашел уже домой, потому что не хочу там разговаривать. И, так вот, сосед, значит, о чем шла речь из динамика. То есть я поставил тихо, точечно, чтобы не мешать никому, только направил это к нему в квартиру. И, в общем-то, это то, что там было записано. В буквальном смысле, немедленно погасите свет, он мешает соседям спать. Это как вы тоже соседи, вы обязаны учитывать интересы других соседей. А вот, и вот такую вот запись на протяжении, сначала на протяжении получаса она играла, и все-таки свет выключили. Месяца полтора, примерно два, не выключали свет, вот как положено, в 11:30, и, в общем-то, инцидент был исчерпан. А вот, а потом просто в очередной раз его не выключили. Ну, я взял опять этот динамик, повесил его, в течение 2 часов он играл, свет так и не выключили. Потом мама захотела спать, ну, в общем-то, это ей мешало, и я выключил из уважения к ней. А на следующий день сегодня, опять же они не выключили, в 12:30 я решил опять повторить. Взял этот динамик, повесил его на шнурке, значит, он там им точечно, чтобы никому не мешать, начал играть. Вышел, значит, сын, они марокканцы, вышел, значит, этот сын, который эти прожекторы установил, и, значит, начал угрожать, что он позвонит в полицию. Я попросил ему не мешать соседям, так как он нарушает права, а не я в данном случае, и я должен вызывать полицию. Ну, видимо, он знает, какая у нас полиция. Он ее вызвал, пришла полиция, пришли два марокканских таких смуглых, соответствующих полицейских. Вот, естественно, ко мне в дом они даже не заходили, то есть они постучали, зашли в квартиру. В комнату они даже не зашли, не посмотрели вообще, на что, собственно, я жалуюсь. Они слышали запись, проигнорировали ее и сказали мне, что я включаю колонку. Вот, и эта колонка, за нее положен очень большой штраф, и если я ее не выключу, то мне придет очень большой штраф. Взяли с меня, значит, мои данные. Я не знаю, чем это закончится. Но, в общем-то, на этом мы порешили. Попытки мои к чему-то призвать. Собственно, был вот недавно случай у нас в Бат-Яме, когда многократно, причем практически каждую неделю, такие же марокканцы захватили крышу дома соседнего и врубают там колонки просто так, что слышно на всю улицу. Вот, и никому не дают покоя, правда, днем, но это слышно дома, прямо вот орёт эта их завывная вот эта вот музыка. И я звонил в полицию несколько раз, и они мне сказали, что у них нет приборов для оценки уровня шума, и поэтому они не могут сказать, что этот шум сверх разрешенного, и поэтому они этим не будут заниматься. Вот, в данном случае шума не было, был маленькая колонка, маленький динамик.
Вот, и я им попытался возразить, что, как, собственно говоря, а где шум? На что я получил ответ, что я собираюсь с ними спорить. Если я буду с ними спорить, я получу штраф. Либо я немедленно это выключаю. То есть разговаривать вообще не о чем. И это игра в одни ворота. То есть в тот раз, когда шум не мешал, они меня послали. В этот раз, когда маленькая колонка мешает, другим марокканцам эти угрожают мне. То есть без каких-то вообще апелляций к логике или к закону или к чему угодно. То есть закон здесь используется как инструмент, в общем-то, для манипулирования, для того, чтобы вот, защищать возможность вот одних друзей, так сказать, они там все друзья, эти вот хамулы, как это называется, семьи, а вот как у арабов, и защищать, собственно говоря, вот, позволять одним попирать права других с помощью вот этой вот полиции, которая на них их, собственно, обслуживает, как своих друзей. Вот. Ну и вот сейчас мы пришли к такому, в общем-то, к такой ситуации, что теперь они будут каждую ночь врубать мне вот этот вот свет всю ночь напролет, а я, по крайней мере, динамик я уже не смогу там вешать. Ну, не знаю, что дальше делать, придумаю что-нибудь. Я не знаю, я могу магнетрон здесь включить, и у них там голова разварится из-за этого. И я думаю, что нет закона, запрещающего включать магнетрон. Это шутка была, конечно. А вот, то есть и это возможно, но я не пойду, конечно, таким способом. Но способов есть много. И, ну, нужно будет что-то думать, хотя это, конечно, все полумеры. И, в общем-то, в нашей стране вот эта вот порочная ситуация, ее надо решать каким-то более кардинальным способом, а иначе здесь просто нечего делать. То есть, ну вот к чему оно пришло. Полиция защищает вот этих вот дикарей в том, что они не дают жить другим. Ну, я попробую пойти спать, а вам спокойно, вам пока. Ну и для завершения, для полноты картины, я сейчас покажу вам тот самый эпизод, когда вот они свои песни запускали, эти вот восточные, на всю улицу. И я тогда звонил в полицию, меня послали, сказали, что ну нет у них таких приборов, чтобы определить, что это сверх разрешенного. Ну и, в общем-то, и все, терпи. Вот. Ну, приятного прослушивания вам их песен. עכשיו אני נמצא איזה 100 מטר משם ואני שומע את זה בבית. עכשיו אני 50 מטר מפה ושומעים את זה בכל רם, אי אפשר לעמוד פה. סך, אתה לא מעירייה, נכון? אתה לא מעירייה. שאלה מאיפה פונים, למשטרה או לעירייה? כדי להשתיק את זה אי אפשר ככה. לא, אבל מה, מואזינים אסור לעשות, זה רעש מעל הרמה שמותר, אתה יודע. לא רק שעות, יש גם רמה שמותר. 100. 100?